Приветствую, мастера. Представляю вам наборчик. Он уже, правда, прошлогодний, но все никак не могу снять видео. Мини-набор 8 в 1 для мультилок, который он подходит таким вот замкам. Интерактив, Classic, Classic Pro. Дальше идет констракт простой, без боковых. RF-барях с боковыми. MTL-300. MTL-400 там левый профиль. Мультилок 7 на 7 интегратор, вот такие вот у нас профиля идут, и дополнительный профиль такой. Может быть теннис антол либо желтого цвета, либо белого. Все, сейчас мы начинаем работать. Инструмент очень прост в работе, сила натяжения даже для новичков подойдет. Ослабили, если вам не подходит. Обязательно делаем отстрел. Это когда мы передавливаем пины. Не спешим. Поправляем внутренние пины. Такими движениями. Ослабили. Вот так вот. Инструмент можно еще вытащить и потом перебросить. Это про MTL-400. Все то же самое, натяжение. По щелчкам и спешим. Отстрелили. Уменьшили силу натяжения. Поправляем внутренние пины. Вот так вот. И вот она разблокировалась. Вот так вот она работает. Спасибо за внимание.